Знаете, иногда лежишь на пляже и боковым зрением, то есть вот так вот, как я на вас сейчас смотрю, боковым зрением палишь девушку, которая загорает топлес, но в данный момент лежит на животе. И ты ждешь очень долго, вот так вот, как охотник. Ты напрягся и ждешь сисек. Ты охотишься на сиськи глазами. И ждать готов очень долго. Честно говоря, ты напряжен, ты сосредоточен. Со стороны ты похож на психопата, который вот так вот сидит. Я вот сейчас на вас смотрю. Вот так вот сидишь 15 минут и ждешь. Весь мир в этот момент останавливается. Такое сосредоточение, что можно почку вырезать у человека. Наверное, он не заметит. Так вот, ты сидишь, ждешь. Долго, минут 15. Это просто кажется, что 15 минут это мало. На самом деле это дохренища долго. Человек сидит 15 минут вот так вот смотрит в одну точку. Если видите такого на пляже, он ждет, пока кто-то перевернется и покажет сиськи. Так вот, ты вот так вот долго сидишь, ждешь. И наконец она поднимается, неважно зачем, за хреном там или за полторашка пива, если она из России. Поднимается, и у нее отстойные сиськи. Что? Я сидел 15 минут и ждал это? Это мошенничество! Она кинула меня на сиськи! Где мои сиськи? Где мои сиськи? 15 минут! Кто мне вернет 15 минут? Время невосполнимый, единственный невосполнимый ресурс. И ты чувствуешь себя просто кинутым. Как будто тебя обманули. Иди сюда, Эльдарчик, сиськи будут здесь, иди сюда. А потом бац, нет сисек. Я не знаю, девушки, поставьте объявление. Я загораю топлес, но сиськи меня не очень. Не тратьте свое драгоценное время. Но это же реально кидалово. И ведь она не подходит и не говорит... Чувак, извини, ты как психопат 15 минут сидел и пялился на меня боковым зрением. Ты, видимо, ждал, что попалишь мои классные сиськи. У меня сиськи не очень. Просто хотел извини сказать, пожалуйста, извини. Но они как бы не очень, но зато в качестве извинений можешь их потрогать. Но ведь так ни одна не сделает. Она хлебнет там пиво или намажется какой-нибудь штукой и дальше, Лер. И ты уйдешь дальше там по своим делам там писать роман или писать оперу. А на твое место сядет другой и тоже потратит 15 минут. Сколько пляжей и людей в мире? 8, 9? Тысяч там, я не знаю, сотен тысяч. И сколько это человека сиська часов пропадает во вселенной? Энтропия? Я не знаю, что это, но, наверное, энтропия усиляется. Хотя, повторяю, не представляю вообще, что какое-то слово там из такого чего-то про космос. Напиши на спине у себя, у меня не клевые сиськи, ничего не ждите. Это что, сложно? Это что? Там ты одна, допустим, пришла на пляж. Попроси кого-то написать у тебя там кого-нибудь иностранца. Потрудись, объясни ему, мне очень сиськи будет кто-то ждать, не хочу, чтобы ждали. Пусть просто напишет на спине у меня. Просто... задело. Прям вот здесь вот что-то. Мужской цветок прям. Рок-н-ролл.